Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, друзья, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по зарубежному боксу абсолютно без вложений. Называется rotate4l.com. Значит, друзья, скоро у меня вывод. Отсюда минимальный вывод $5. Совершенно на халяву, согласитесь, это неплохо. У меня на балансе на данный момент $4.84. Сегодня-завтра я уже наберу минимальную сумму. Но в сутки у меня выходит сумма где-то, ну, центов 10-15. Я насмотрю в рекламке. Значит, давайте пройдемся по боксу. Я что хочу сказать? Я следующее видео буду писать уже о том, что мне на кошелек пришли денежные средства. Так как сегодня-завтра я уже... Завтра это точно. Я насобираю нужную сумму. Поставлю ее на вывод. Вот здесь значок вот доллар нарисован. Минимум нажимаем на него. И здесь, так, выбила меня из системы. Сейчас зайду. Сейчас я зайду. И я поставлю сумму эту на вывод. Вывод обрабатывается, друзья, 24 часа. Так что через сутки только мне поступит денежка на кошелек. Здесь как бы новости. Вот этот домик, это домашняя наша страничка. Значит, и здесь наша статистика. Значит, что по буксу? Так, ну вот сюда вот хотела я нажать на доллар. Вот видите, если перевести на русский язык, что-то мне здесь ничего не переводится. Так, перевести. Вы еще не достигли минимального порога средств. Минимальная сумма на вывод $5. Так вот они. Вот, чтобы вывести. Хорошо, окей. Значит, возвращаясь на домашнюю страничку. Значит, как я здесь зарабатываю. Вот эта ссылочка, друзья, это на бонусы. Это не реферальная ссылочка. Я ее не распространяю. Я не лезу. Да, я пробовала, мне не понравились эти бонусы, трудно их собирать. Тем более, эту ссылку не на каждом сайте можно и размещать. У меня есть на канале видео, как размещать эту ссылочку. Кому интересно, кто захочет бонусами заняться, тот посмотрит. Значит, я сюда не лезу. Значит, плюсик это у нас тут, как так... Новости это все можете прочесть. Далее здесь тоже новости. Как бы. Следующее вот это треугольничек. Здесь мы просматриваем серфинг. Ну, поначалу хочу сказать, было мне как-то не привыкнуть. Немножечко тяжеловато как бы. Ну, пока я не выработала свою стратегию. Вот появляется вот такая вкладочка. Мы ищем рисунок. Вот. Загружается следующее. И вот таким вот образом можно просматривать. Вот здесь вот вкладочка, можно перейти на свою страничку. Вот я первая открыть статистику. Доставить оригинал. Так, статистику я сейчас открою. На нее нажму. Вот моя статистика. Следующая вкладочка, если вас заинтересовал сайт, можно нажать, перейти на сайт, посмотреть, что тут рекламят. Далее, здесь это у нас пауза. Можно и здесь как бы все это просмотреть. Нажимаем вот сюда на синенькую в правом верхнем углу. Опять возвращаемся, опять ищем вот этот значок, нажимаем. Зачет. И вот таким вот образом у меня как бы без напряга в день по 10-15 центов. Вот. Ну, кроме выходных, конечно. В выходные времени очень в обрез и некогда мне сидеть. И вот опять.
Ну, если по отдельности уделять каждому буксу внимание, конечно, так, это очень тяжело собирать. Я сижу сразу на нескольких буксах. На страничке кто-то писал видео, что, мол, нельзя оставлять страничку, как бы вам не будет зачета. Все можно, я оставляю, я сижу, вот, например, вот, в данный момент вот у меня один букс, второй букс. И вот этот букс, ну вот ПТС-шары, и вот мой букс, вот этот, как бы я в нем вот сижу. Далее, как я уже, здесь вот подарки вот какие-то, я тоже сюда вот это все не лезу, никак мне это. Я вот только на серфинге. Так, статистику я вам показала, у меня есть партнеры, они все неактивны, вот это мои клики, сколько я тут щелкаю. Здесь вот партнеры мои. Далее этот я показала. И настройки. Ну, настройках здесь нет ничего. Тут логин, имейл, ну и пароль, если хотите поменять. Вот такой вот, друзья, букс. Довольно-таки букс жирный. Букс работает уже несколько лет. Работает, платит. Все замечательно. Я вот сколько сижу на серфинге, все-все-все рекламят вот этот букс. Так, и здесь, смотрите, вот шкала вот эта зеленая. Вот это как бы вот мой доход. Вот этот баланс мой. Вот это в долларах, а это вот загружается. Вот видите, мне чуть-чуть осталось. И как я сказала, я в конце недели уже, возможно, четверг-пятницу, запишу видео о том, что денежка уже на кошельке. Так, и где взять, друзья, партнерскую ссылочку? Как я вам сказала, это не партнерская ссылочка. Это если вы хотите принять участие в бонусах, там, в конкурсах, там. Это я уже вам сказала. Посмотрите у меня видео на канале. Значит, нажимаем на партнеры. Переходим сюда. Вот здесь промо-баннер. Нажимаем на промо-баннер. Нам пока открывается страничка с баннерами. Вот, копируйте. Вот, копируйте вот это. Я вот ее уже скопировала, перенесла. Где взять партнерскую ссылочку? Вот я ее сюда занесла. Вот. И смотрите, от кавычек до кавычек. Вот это вот я копирую. Вот это от кавычек до кавычек. Вот мой логин. Вот это наша партнерская ссылочка для приглашения партнеров. Вот где брать ссылочку. Ну и баннеров, конечно, здесь множество. На любой вкус и цвет. Вот. Ну, в принципе, на этом все, друзья. Кому интересно, пользуйтесь. И если выбрать правильную стратегию, здесь очень много можно заработать. И очень быстро. 20 центов в день. Это, я не знаю, если есть такой еще более жирный букс, то дайте я зайду тогда мне ссылочку на этот букс. Вот. Но я на данный момент еще у меня нет такого жирненького букса. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. До новых встреч.